профессор кафедры политологии и то, что у нас называется магистерская программа по продвинутому изучению Jewish studies, иудаики. Advanced program in graduate program in advanced Jewish studies. Но Наташа Васильева спустить, какая у них. Так, кто Наташа Васильева? Никто. Если это будет продолжаться постоянно, то это не создает творческий контекст. Окей. Да, так вот, еще два слова о себе. Последние годы я пребываю в экзотической должности, которая называется Матан Раши, главный ученый Министерства Алии и Абсорбции. Этот титул трудно перевести на какой-то, так сказать, доступный восточнославянский язык. Наверное, в России и Украине меня бы обозвали заместителем министра по науке. То есть, грубо говоря, главные ученые израильских министерств от имени государства отвечают за развитие науки и инноваций в сфере, которая находится вот в ответственности тех или иных правительственных министерств. Должность придумана для того, чтобы была непосредственная связь между академией и системой государственного управления. Вот. Но, как все мы, все главные ученые преподают, и рано или поздно возвращаются в академию. Чиновником никто из нас не становится навсегда. Поэтому в данном качестве здесь я пребываю в качестве преподавателя университета. Поэтому все, что я буду говорить, есть моя позиция как исследователя, как преподавателя, отнюдь не позиция израильского правительства или государства Израиля. Я это говорю к тому, что мы будем говорить о вещах, которые имеют отношение к современной текущей политике, израильскому обществу, по поводу которых существует... Нет, скажем так, консенсуса, существуют различные точки зрения, есть конфликты и так далее и тому подобное. Не ждите от меня, что я буду абсолютно беспристрастен, хотя, разумеется, я буду стараться представить разные точки зрения, которые есть на те или иные события и явления, представить вам, насколько это возможно, всю полноту позиции, которая есть, а вы уже сделаете вывод, как люди вполне интеллигентные, образованные сами, какую точку зрения поддержать. Ну, понятно, разговоры о том, что академик должен быть тотально беспристрастен, это, так сказать, разговоры из серии wishful thinking, такого не бывает. Поэтому совершенно спокойно все, что я буду говорить, можете делить на два. Все остальное, ну, моя задача дать вам некоторую фактуру, а выводы, как я уже сказал, вы как люди образованные сделаете сами. Это обо мне. Я был бы рад, если бы каждый из присутствующих, прошу, коротко представиться. Присаживайтесь, ребята. Со многими я знаком, со многими нет. Поэтому назовите, пожалуйста, ваше имя, где вы учитесь, что вы делаете и почему вы здесь. Давайте начнем с вас. Меня зовут Яна, я учусь в Белорусском государственном университете в Минске на историческом факультете. На пятом курсе. Ну, в общем, я занимаюсь время 19 века на Беларуси. Вот, но тема лекции меня очень заинтересовала, поэтому я здесь. Спасибо, спасибо большое. Прошу. Ну, я вас знаю, так сказать, для всех, да? Для всех просто громче немножко. Да, меня зовут Никита, я закончил исторический факультет МГУ, защитился по хабадникам. Вот. Сейчас я являюсь учителем истории в школе и преподаю введение в иудаику в школе юного филолога для старшеклассников. Прекрасно. Зачем вы здесь, я понимаю, да? Спасибо. Прошу. Меня зовут Прибегин Иван, я представляю Детский национальный университет имени Мечникова, Институт социальных наук, кафедра политологии. Прекрасно. Вот. Поэтому... Исходя из темы, исходя из того, что вы тоже политолог, я думаю, понятно, почему я здесь. Спасибо. Меня зовут Дарья Кубрина, я из Петербургского государственного университета. Я учусь на втором курсе на кафедре еврейской культуры. И мне тоже понравилась эта тема и вообще этот блок лекций. И также я в этом году взяла как за основу своей курсовой темы сионизм эпохи Жаботинского и так.
Поэтому... Сионизм и эпохи Жаботинского. Жаботинского. Да. Есть и... такая эпоха. Да, так. Если вы это докажете, это будет очень интересно, да. Я не иронизирую. Вполне интересно. Спасибо, Даша. Оксана. Меня зовут Оксана, учусь в Киево-Могилянской академии. Это уже второй курс магистерской программы, которая называется «История юдаика», то есть специализация юдаика. И моя тема магистерской работы будет как раз взаимоотношения религиозного и нерелигиозного населения государства Израиль, но в 20 веке. Вацлаха, в добрый час. Спасибо, Оксана. Здравствуйте, меня Юра зовут. Ну, в принципе, дублирую информацию Оксаны, только меня зовут Юра и занимаюсь немагологией. Ну, поэтому... 20-е столетие для меня актуально. Спасибо. Сережа Степанищев, занимаюсь философией современной, и европейской, и еврейской философией. Ну и то, что происходит в Израиле, очень интересно. Да. Ну вы можете так добавить о себе, что как яркий продукт всего этого сообщества, которое называется Сефер и Зимние школы. Джентльмен вырос с детсадовского возраста, вот до кандидатской диссертации. Да. И все здесь, не покидая этих стен. Да. Да, прошу. Да, меня зовут Катя, я училась в университете Шевченко киевском, вот, потом училась на магистрской, просто на программе по юдаике в Киево-Могилянской академии, вот, сейчас в основном занимаюсь, осваиваю какие-то музыкальные штуки, вот, а здесь, потому что, да. Надо же куда-то пойти. Окей. Хорошо, спасибо большое, Катя. Меня зовут Гриша. Я закончил в ГИК, сейчас учусь в аспирантуре. Во ВГИКе уже на киноведении. Здесь я на кнопочку нажимаю, чтобы вы попали в историю. Вот мне очень понравилась тема конкретно, но я выбирал, мне понравилась тема. Я 3 раза был в Израиле, хочу про него послушать теперь. Наконец-то, узнаете, где живут. Хорошая мысль, да. Что касается попасть в историю, то это, как говорится, у нас на концерт. Мы постоянно попадаем в какие-то истории. Лиза, пожалуйста. Меня зовут Якимова Лиза, я из Нижнего Новгорода, представляю Нижегородский государственный университет, теперь уже Институт международных отношений и мировой истории, учусь там в аспирантуре и занимаюсь современным Израилем. Спасибо. Меня зовут Маша Макарова, я учусь в аспирантуре в Польской академии наук в Варшаве и занимаюсь общинами биробиджанцев в Израиле. Вот, я антрополог. Спасибо, Маша. Меня зовут Алена Стрельчук, я из Днепропетровска, учусь на 5-м курсе историк, вот, магистр, и занимаюсь историей Холокоста на украинских землях. Вот. Ну и как ни странно, у нас в университете нет ни одного курса по еврейской истории, и даже история Холокоста так... Буквально в одной фразе в курсах упоминается и все. Ну, поэтому я выбрала, если историю Холокоста можно почитать самостоятельно и сотрудничать с другими центрами, то по современному Израилю очень большой пробел, можно сказать, поэтому я выбрала эти курсы. Спасибо. То есть даже присутствие Ткумы, этой гигантской империи, великого и могучего Игоря Щупака, никоим образом не влияет на образовательный процесс. Понятно. Удивительно. Ну, факт. Прошу вас. Меня зовут Карасева Катя, я учусь в САМГУ, на 4-м курсе, и занимаюсь современным Израилем. Спасибо, Катя. Ну что ж, ребят, у нас вполне достойная компания, как вы заметили. Я не вижу никого, кто здесь оказался случайно. И это, естественно, как бы это выразиться, ну, релевантно. Не просто релевантно, это еще и, скажем так, возлагает ответственность, да, на меня как преподавателя, на нас всех. Поэтому, исходя из того, что у каждого из вас, я полагаю, есть некоторый фон, как мы говорим на иврите, река, то есть некоторое представление о том, что о предмете, который мы с вами будем обсуждать, я вполне готов отказаться от формата фронтальных лекций и перейти в режим диалога. То есть я буду вам рассказывать то, что мне кажется релевантным обсудить, а вы в любой момент можете задавать вопросы, прервать меня, высказать свою точку зрения, предложить поговорить об этом. И так что в этом смысле, я полагаю, ни у меня, ни у вас, я надеюсь, не будет особых проблем. Итак, у нас с вами 3 встречи, и я бы хотел их посвятить 3 основным сюжетам. Первый основной сюжет, кто-то из вас глубоко знаком с проблемой, кто-то в общих чертах, кто-то, так сказать, что-то слышал одной-двумя фразами. И поэтому все-таки я хотел бы то, что называется на иврите во время первой лекции «Леашер кав», да, то есть сбалансировать наши
представление. То есть, грубо говоря, дать некоторую информацию о том, что собой представляет статус религии в государстве Израиль и взаимоотношения религии, государства и общества в Израиле. То есть некие общие сведения, что-то для некоторых из присутствующих будет уже известно, хорошо известно, но какие-то нюансы, может быть, покажутся вам новыми и интересными. Завтра я хотел бы поговорить о непростой теме, которая формулируется как теологический смысл государства Израиль. То есть, иными словами, есть ли у государства Израиль религиозная миссия, как таковая? Я полагаю, что ни для кого из присутствующих не является секретом, что Израиль это не просто еще одно государство, и не просто еще одна страна Ближнего Востока, да? И даже не просто страна, которая является ближневосточной или там, технологической сверхдержавой, как мы любим об этом говорить. Да? Вот, Лиза, я полагаю, ты помнишь о том, что несколько дней назад, как вы знаете, была конференция Сефера на израилевической секции. Кто был там, может быть, слышали фразу Карасовой, которую она любит повторять, Татьяна Анисимовна, да? Она любит цитировать премьер-министра Бенемина Нетаньяху, который говорит, в мире вообще сегодня есть три сверхдержавы. Это Соединенные Штаты, Китай и Google. Потом, помолчав, добавляем, а Гуглом управляем мы. Он немножечко преувеличивает в известном смысле, но да, что-то об этом можно говорить, что сегодня вот эта вот гигантская сеть, паутина информационная, это не только Google, это вообще вот то общество, в котором мы живем, оно уже давно перестало быть и постиндустриальным, и постмодернистским, оно стало информационным, как мы знаем, да, и главным ресурсом человечества на сегодняшний день является не нефть, не газ, в конечном итоге это все можно заменить, да, не те или иные ресурсы, а это является, и не они являются на самом деле сегодня, начинают быть объектом борьбы групп интересов различных стран, а главным ресурсом является сегодня человеческий капитал, то есть это наличие людей, которые в состоянии предложить решение проблем и нетривиальные идеи, да, по разрешению конфликтов, ситуаций, поиску альтернатив как в ресурсах, так и в управленческих схемах, моделях и так далее и тому подобное. Поэтому, естественно, в этом смысле, если вы возьмете такие страны, как Израиль, Катар, да, как Сингапур, то их рост, их место влияния абсолютно непропорционально тем размерам, которые они занимают, территории, которые они занимают на карте, или там численности населения, или даже количеству денег, которые есть у них на счетах в зарубежных там, или в местных банках. Это совершенно, так сказать, другая история. Поэтому в этом смысле мы, естественно, можем говорить о том, что у каждого государства есть еще вот в этом огромном информационном поле, которое покрывает наш современный мир, еще некоторая функция, которая, как я говорил, абсолютно непропорционально бывает этому месту, которое он занимает на карте. Даже в нашем случае это просто точка на карте, которую очень трудно иногда бывает идентифицировать. Для того, чтобы на большой политической карте мира найти Израиль, то есть нужно искать название страны, пишут на, так сказать, поле Средиземного моря, да? Потому что территории на карте не хватает. Я не помню, рассказывал я кому-то из вас, приводил ли я этот пример, который я очень люблю. У меня в Бар-Илане есть коллега, которого зовут профессор Зиссер. И он много лет, 10 лет подряд ездил преподавать в один из пекинских университетов. Китайцы очень интересуются Израилем, чрезвычайно. То есть для них это некоторый такой символ. И я не боюсь этого слова, это религиозный символ. То есть это как-то входит с их точки зрения, должно быть частью скорее вот этой вот тонкой мистической системы, чем реального физического фактора современного мира. Ну и когда он первый раз приехал, читал он курс на английском, собрали там аспирантов, преподавателей, кто там более-менее владеет языком, и его попросили рассказать вообще, что такое Израиль, да, дать какие-то предварительные сведения, потому что большая часть присутствующих была убеждена, что по населению в Израиле живет никак не меньше народа, чем в России, а по территории это уж никак не меньше, чем Соединенные Штаты. Ну, по той простой причине, что об Израиле пишут и говорят в 2,5 раза больше, чем об Индии и Китае вместе взятых. Все-таки на секундочку треть человечества. Да? Вот. Ну а по оценкам Международного института прессы, об Израиле говорят вот, почти втрое больше, чем об этих двух странах. Бернард Барт задумался и сказал, ну я объясню вам так. Израиль
по территории это меньше, чем 0,5% территории Китая. А население Израиля равно статистической ошибке при китайской переписи населения. Так вот, и это действительно заставляет нас задать себе вопрос, а что в нем такого особенного, что о нем так много пишут и говорят. Да? Некоторые предлагают рассмотреть геополитический контекст. Это все-таки вот страна, Ближний Восток, Перекрестие, пуп земли, там все, что хотите, да? Все, что с этим связано. Торговые пути, подбрюшье Европы, Средиземное море, которое вот Евросоюз нынешний, просто Европа, которая всегда видела с римских времен Средиземное море как свое внутреннее озеро, да, и так далее, и тому подобное. Некоторые предлагают все-таки посмотреть на ситуацию в, может быть, каком-то таком более мистическом смысле, поговорить о том, что это не просто страна, и которая находится не просто в регионе, а вот в регионе, который играет особую роль для судеб человечества. Ну, знаете, как в том нашем любимом, моем любимом анекдоте, который я тут несколько раз рассказывал, о трех телефонах, знаете этот анекдот, да? Вот, так вот, стало быть, ну, кто не знает, замечательный анекдот, который многое объясняет, о том, как Папа Римский прибыл с визитом в Соединенные Штаты и в Белом доме увидел три телефона на столе у президента. Белый, синий и красный. Да? Вот, когда он попросил объяснить, что это такое, ему сказали, что белый — это с Пентагоном прямая связь, красный — это с Кремлем на всякий случай, а вот синий — это со Всевышним. Вот, и поговорить можно. $2000 в минуту. Ну, Папа Римский, так сказать, купил 5 минут, поговорил с Богом. Был очень доволен. Через 2 года он прибывает с официальным визитом в Израиль. На столе у премьера видит тут три телефона. Говорит, о, я знаю, знаю. Вот, так сказать, белый — это с Министерством обороны в Тель-Авиве. Им говорит, да. Вот красный — это у вас с Кремлем? Говорит, нет, в нашем случае это с Тегераном. А синий — неужели со Всевышним? Говорят, да, хотите поговорить? Говорит, вы знаете, дороговато получается, экономия, бюджет, $2000 в минуту. Говорит, ну что, 2 цента в минуту? Как 2 цента в минуту? Вот, в Вашингтоне это было $2000 в минуту, говорит, что вы сравниваете, здесь же это местный звонок. Вот, и в этом что-то есть. Да? Это действительно, в общем, не просто так. Парадокс ситуации заключается в том, дамы и господа, что израильтяне, скажем так, очень много израильтян так не считают. Они предпочитают видеть свою страну обычным государством, в регионе, в котором есть масса, так сказать, проблем, но это проблемы абсолютно физического порядка, да, и одна из причин создания государства Израиль, одна из причин, по которой европейские евреи с некоторым количеством восточных евреев предприняли то, что мы называем сегодня сионистский проект, и создали свое национальное государство для того, чтобы не быть народом особой судьбы, а быть как все, как вы знаете, да? То есть, наконец, получить возможность нормализоваться в нормальном еврейском государстве. И ради Бога ничего не хотят такого. Вот ради Бога, да? Никакой исторической миссии, никакой религиозной миссии. Вот. Но это у нас не получается, потому что народы мира нам говорят, ну как же, этого не может просто быть. Вот. Вы или скромничаете, или просто, скажем так, не желаете выполнять возложенную на вас функцию. У меня был забавный разговор с великим писателем земли русской вот на президентском форуме, в Валдайском форуме. Я вдруг получил приглашение, значит, и от агентства печати новости. Я не очень понимаю, за какие заслуги. Ну, видимо, не столько как в качестве там, преподавателя или госслужащего, а как, видимо, человека, который мелькает во всяких там российских, в том числе, СМИ. И АПН, значит, пригласили меня вот на Валдайский форум, юбилейный, 10-й, и так далее, и тому подобное. Значит, и у меня там в кулуарах был некий разговор с главным антисемитом-интеллектуалом, великим писателем земли русской. Что? Этот вылетел из головы. Ну, кто, скажите, великий писатель-то у нас, такой почвенник, этот... А? Проханов? Нет, не Распутин, и не Рассадов, ну, Проханов. Александр Проханов. Проханов. Александр Проханов, да. Александр Проханов. Значит, Александр Проханов оказался удивительно приятным в общении человеком, должен вам сказать. И таким, как бы это выразиться, антисемитом идейным. Не такой не бытовой, не пещерный антисемит, не вот такой вот, а такой глубокий интеллектуал, которому важно объяснить, вот почему.
вот почему вас всех жидов надо изничтожить. И у меня действительно была всегда дилемма понять, да, как интеллигентный образованный человек вот может быть антисемитом. Как необразованный интеллигентный, я понимаю. Да? А вот как человек, который прочитал много книг, как он может быть антисемитом. Вот. Или, ну вот он мне объяснил очень подробно, что вот именно потому, что человек прочитал много книг, он становится антисемитом, да, вот, потому что большая часть книг написана евреями, да, написана в своих интересах. То есть то, что человек может в это верить, для меня было таким тяжелым откровением. Я не так мало лет живу на свете, но в то, во что можно верить, вот в этот вот мусор, да, вот в эту чушь, то есть в драму имеет твердой памяти. Я иногда думал, что в какой-то момент я думал, что он просто ерничает. Знаете, да? Вот. Ну ладно. Среди прочего, у нас был некоторый такой вот момент в нашем диалоге, довольно много говорили. Видимо, ему тоже было интересно, так сказать, поговорить вот с живым сионистом. И я его спросил, вот почему вы так, вот вы так анти, почему вы настроены вот так вот анти-анти? Он говорит, ну потому что у вас есть план. Не просто вы евреев, сионистов, вы Израиль создали, потому что есть вот такой вот у вас план, да? У вас есть некая программа обустроить человечество. Ваша схема, ваша парадигма, она радикально расходится с... ну, дальше он стал рассказывать о том, что такое православие, православная парадигма, так сказать, мироощущение, миростроительство, богоизбранность, ну и так далее. Так сказать, во всех его книжках это есть, я не буду это пересказывать. Вот. И говорит, а у вас есть свой план, вот эти вот два плана столкнулись. Разведя руками, я говорю, ну, Александр, знаете, я боюсь вас разочаровать, но мы-то вообще-то, мы-то вообще-то собрались на этом кусочке земли, потому что это наша историческая родина. И, наконец, мы хотим быть такими, как все. В каком смысле? То есть сами определять свою судьбу, сами себя защищать, ни от кого не зависеть. Развивать экономику, привозить репатриантов. Вот у нашей страны есть, действительно есть миссия, да, mission statement. Оно сформулировано в законе, да, у нас есть три объявленные цели у государства Израиля. Мы существуем для того, чтобы быть фактором права еврейского народа на национальное самоопределение, то есть, как сказать, вот, и поэтому, соответственно, вот, клитата алия, привоз и интеграция репатриантов. Вторая наша цель – это обеспечить физическую безопасность своим гражданам. И третья наша цель – это обеспечить экономическую и социальную безопасность. Да? То есть, грубо говоря, мы вилфаристское государство, в нашей стране все должны жить долго и счастливо. Во-вторых, в нашей стране все должны жить, то есть не дать себя убить. Да? Вот. И третья задача – это предоставить возможность любому еврею, если он так решил, да, воспользоваться своим правом на... воссоединиться со своим народом в своей стране. И вот поэтому мы такие, как мы есть, вот израильский хай-тек, вот тут все. Он на меня с ужасом смотрит и говорит, и это все? И все? И ради этого все стоило начинать? Я не вам не верю и не поверю никогда, сказал господин Проханов. Да? Понимаете? То есть понятно, что с точки зрения людей, которые видят в событиях и явлениях некую такую вот сверхзадачу, с их точки зрения у Израиля есть некоторая вот такая вот миссия с точки зрения отцов-основателей, их поколения, поколения основателей, продолжателей, которые упорно, последовательно, невзирая ни на что, не останавливаясь ни перед чем, реализуют вот эту вот религиозную богоизбранность, вот эту вот самую теологическую миссию. И, скажем так, людей, которые в это верят, невозможно убедить в обратном. Совершенно невозможно. Коль скоро это невозможно сделать, то с этим приходится жить. Я понятно выражаюсь? То есть, даже если вы лично считаете, что это не так, наверное, да, вот, но поскольку для существенной части человечества это именно так, это некоторое становится некоторым фактором вашей жизни. Мы живем в эпоху информационного общества, виртуальная реальность ничем почти не отличается от физической, она тоже создает некоторые, задает некоторые поведенческие схемы и модели, поэтому Нетаньяху был не так неправ, который говорил, что третья империя это Google. Да? Если ты не хочешь быть на задворках этой империи, то ты должен быть в середине. И другого выхода у тебя в настоящий момент нет. Вторым моментом, очень важным, на мой взгляд, является то, что
Израиль, понятное дело, находится на территории, где происходило многое на протяжении истории человечества, с которой связаны ценностные системы очень многих народов мира. Да? Ну, помните, как там у Дены Рубиной «Вот идет Машиах», если кто читал, это ее знаменитый роман о русском Израиле, где у нее там есть замечательный сюжет, как она пытается понять, почему все приезжают в Израиль, чтобы учить израильтян, как решить арабо-израильский конфликт. Да? Там приезжает какая-нибудь очередная российская звезда, и с концертами, там, я не знаю, какими-то лекциями, с выступлениями, чтением стихов, театральными постановками, там, песнями или что-то там еще. И вот как после того, как эта звезда отпоет, отшепчет, отговорит, да, отчитает, вот, и вся погруженная, упакованная в цветы, там, и, так сказать, и в слезы умиления, да, прощается, нет бы промолчать, но обязательно скажет, арабы и евреи, чем-то, ну что мне хватает, ну помиритесь, да, вот, это при том, что лучший экскурсовод Иерусалима буквально за день до этого ударными темпами провел ее по всем святым местам, да, и показал, так сказать, церковь Гроба Господня, стену плача, мечеть Алякса, и учитывая, что все это стоит буквально одно на другом, да, пишет Дина, по-моему, должно было бы быть понятно, чего арабы и евреи не поделили. Всего-навсего Бога, да? Так вот, стало быть, в этом конкретном случае видно совершенно четко, что у народов мира есть некое представление, да, о том, что страна, которая находится на вот этой вот территории, в этом самом месте, она должна иметь некую миссию. В противном случае, такую религиозную миссию, да, в противном случае смысл ее существования резко обесценивается. Кроме того, мы не должны с вами забывать, дамы и господа, что, ну, конечно, мы имеем дело с чудом, не всяком сомнении. Вот. Мы имеем с чудом возрождения национального государства народа, который бы не имел более 2000 лет. И, скажем так, даже закоренелым атеистам это очевидно. Да? Мы не можем это объяснить ни в каких рациональных категориях. Не можем. Можно говорить о там, некотором удачном стечении обстоятельств, о том, что народ 2000 лет, так сказать, был в России не одновременно. Сохранил свою идентичность и построил диаспору. И то, что евреи таскали свое государство, да, как черепаха-панцирь, вместе с собой 20 веков. И можно говорить о том, что они занимали определенную нишу в Европе и в странах Востока. И что они были скорее правосословием и правовой группой, чем этнической и религиозной. И что религия это была упаковка для некого другого стана. Все то, что вы знаете. Да, о чем вы говорите постоянно, читаете и так далее и тому подобное. То есть можно говорить об этом, но все эти объяснения слабые и недостаточные, да? С точки зрения человека, разумеется, конечно, да? не закоренелого материалиста, а с точки зрения человека, который считает, что в мире есть некая высшая истина. Да? Поскольку таких людей в мире много, не исключено, что большинство, не исключено, что подавляющее большинство, да? То понятно, они в чуде возрождения Израиля, они видят некоторый божественный промысел. Да? И полагаю, что это такое же точно чудо, как вот если, как, вот когда все то, что описано в Танахе, описано в Библии, когда Красное море расступилось, и когда вот случилось, там, я не знаю, когда ассирийцы окружили Иерусалим, собирались уже было взять, и вдруг они исчезли, да, вот, и много было там всяких способов объяснить, куда же они, собственно, делись, от знаменитой гипотезы Великовского, о том, что именно в этот момент Венера из кометы становилась планетой, да, и проходя в опасной близости Земли, создала разность потенциалов, и молния ударила не куда-нибудь, а именно в ассирийский лагерь, до каких-то, так сказать, более тонких и изощренных теорий. Короче говоря, люди, которые полагают наличие в мире логоса, так сказать, высшей логики и высшей истины, они полагают, что, ну вот, было божественное вмешательство, было чудо на протяжении истории. Вот в наше время, которое случилось, самое чудо, чудо возрождения еврейского государства, да, так сказать, и на протяжении его сравнительно короткой пока истории вот эти чудеса происходили многократно. Ну, скажем, там чудо войны 67-го года, например, да, когда израильской армии удалось там победить там, 5
армий, стран, которые там превосходили его многократно. Это сегодня, говорят сторонники такой точки зрения, написаны в библиотеке книг, которые как дважды два четыре объясняют, что ни у одной арабской армии, ни вместе, ни по отдельности, против Сагала не было шансов. Вот. Но в те времена это было, так сказать, совершенно неочевидно. Ну, не помню, рассказывал я кому-то из вас ту замечательную историю об одной из наших коллег, который был членом американского еврейского комитета, американский профессор, который рассказывал о том, что они ощущали в июне 67 года. Да? Он нам рассказывал о том, что они тогда, израильский посол был в Вашингтоне, пытался договориться, российского посла вызывали к премьеру, пытались убедить не российского, а советского, да, повлиять на египтян и сирийцев. Но все давали понять, что, извините, господа, ваша песенка спета, вы окажетесь там, где ваши арабские соседи считают, вы должны быть, так сказать, либо, то есть кто уцелеет, должен вернуться по домам, откуда приехали, но уцелеют немногие, да. В ответ на вопрос, что же нам делать, Левый школьник, премьер-министр тогдашнего Израиля, советский посол честно и прямо ему сказал, молитесь, вы же евреи. И, то есть, видимо, он был не чужд, как сказать, теологических представлений о судьбе государства Израиль, будучи, тем не менее, убежденным коммунистом. Или неубежденным, никто уже не знал, что там было в 60-х годах. Так вот, этот вот наш коллега рассказывал, что в ночь перед с 4 на 5 июня 1967 года никто из членов американского еврейского комитета не спал. Все понимали, что что-то такое происходит, что будет катастрофа, что что-то случится, да, и сделать уже ничего нельзя. Можно действительно только ждать и молиться. И когда под утро из Пентагона позвонили и сказали, господа, успокойтесь, все хорошо, мы победили, вопрос был, что случилось? Ну окей, дальше все расписано. Израильская авиация поднялась в воздух, уничтожили египетскую авиацию и сирийскую на аэродромах. Дальше был вопросом техники. Да? Так сказать, Цагал перешел в наступление, египтяне, сирийцы, потом иорданцы побежали. Случилось, что случилось. Да? Израиль стал империей. С точки зрения определенной части израильского общества, как верующих и неверующих, так и огромного большинства человечества, произошло чудо. Вот то самое, которое случилось, когда расступился Ямсуф, Красное море, и евреи по дну, так сказать, этого самого Тростникового моря перешли, а оно потом сомкнулось и поглотило колесницы фараона. Да? То есть объяснить людям, когда ты там читаешь лекции в разных университетах, что было вот так вот что-то, да? Особенно евангелистам, да? Особенно, так сказать, американским протестантам, объяснить, что это вот было просто удачное планирование, тонкое, там, удачное стечение обстоятельств, выучка и так далее. Они говорят, да, да, конечно, но это все зро, да? Это все, как говорится, орудие, с помощью которого Всевышний реализовал свою волю. Да? Поэтому в плане, как бы это сказать, в плане существования Израиля как некоего факта физического, да, очень и очень многие усматривают и намного более глубокий или широкий, назовите это как хотите, смысл, дамы и господа. Еще раз подчеркну, что парадокс истории заключается в том, что сами израильтяне, ну, делают очень многое для того, чтобы вот эту вот непосильную ношу с себя сбросить. Это одна из причин, по которым появились такие течения, как постсионизм, например, да? Наш местный вариант постмодернизма, которые хотели бы, наконец, вот, чтобы мы стали нормальным народом. И если для этого нужно перестать быть евреями, то мы готовы это взвесить, да? Вот стать просто израильтянами. Вот обычным народом. Мы готовы быть ближневосточным Сингапуром или ближневосточной Швейцарией. Да? Вот ради этого они готовы, например, там, любой ценой заключить мир с арабами. Потому что нам-то объясняют наши христианские союзники, да, которые видят в существовании Израиля теологический смысл, видят миссию религиозную, они понимают, что бесконечная война с мусульманами — это наша некая вот миссия. Да? Вот. А мы типа хотим зарабатывать немножко больше, говорят их оппоненты, чтобы не платить так много налогов, на которые нужно содержать армию. Мы хотим, не хотим каждый год на 21 день ходить на резервные сборы. Мы хотим не брать разрешение из военкомата, когда надо поехать в Европу. Мы хотим, типа вот, вы бы нас оставили в покое, а нет, да,
историческая миссия, да, религиозная. Понимаю, да, понимаю. Вот, ну, большинство понимают, а вот некоторые полагают, что, наверное, ситуацию можно изменить. Можно ли примирить эти две вещи? То есть сегодня мы живем в состоянии такой вот жесткой оппозиции, альтернативы. Да? Либо ты еврей, и ты живешь в еврейском государстве, и берешь на себя весь груз судьбы еврейского народа, да? Либо ты вот просто израильтянин, и тот факт, что ты еврейского происхождения, это просто вот факт твоей биографии. Вот так сложилось, да? Ты не просил. Вот так получилось, да? И вот ты хочешь, наконец, чтобы эта вот страна была типа, вот как все, а тебе не дают. Можно ли эти два понятия применить? Ну, на мой взгляд, да. Примирение или объединение этих двух вещей, оно связано с тем, что у Израиля, да, есть некая историческая миссия, и вот в таком в тонком духовном смысле этого слова, она была сформулирована еще еврейскими пророками, а потом повторена отцами-основателями сионизма. Да? О том, что мы должны, естественно, заботиться о своем народе, выполнять свои mission statement, да, то есть те объявленные цели, которые были поставлены сионистским движением и так далее, но в то же время мы часть глобального мира, транснациональных отношений, мы вполне в сфере наших возможностей, государства Израиль, да, в сфере той ситуации, в контексте той ситуации, в которой мы оказались, мы вполне, как говорили пророки, можем показать, как надо. Да. То есть, как надо, не в том смысле, чтобы учить кого-то, да, как это делать, сколько внести вот этот вот свой вклад, вот ту мозаику, культурную мозаику, и экономическую, какую хотите, да, которая существует у современного человечества. И поэтому и это, естественно, будет делать Израиль, его важность, непропорционально большим, чем его размеры по территории и населению. Но это вот будет некая такая вот понятная реализация этой вот миссии, которая будет совершенно не обязательно требовать быть бесконечно в состоянии конфликта со всеми и вся. Да? Разумеется, за исключением тех случаев, когда инициатива в поддержании этого конфликта будет происходить, будет исходить от противоположной стороны. Если вы понимаете, что я имею в виду. Я понятно выражаюсь или не очень? Вот. И поэтому такие штуки, как, так скажем, там, израильские изобретения, как я не знаю, там Skype, Google, не Google, конечно, вот Skype, Disconkey, что там еще, ICQ, эти вот процессоры, которые там стоят на там, на третьем, по-моему, компьютеров мира сегодня, там Wise, о котором так много говорят, Waze, как полагаю, вы знаете, что это такое, да? Нет, ну все знают, просто не догадываются, да? Знают, но боятся спросить. Вот аппликация к сотовым телефонам, которая является соединением GPS и социальной сети. То есть, грубо говоря, это не просто навигатор, который вас приводит куда надо, но это еще и социальная сеть, в которой все, которые в нее в данный момент включены, они добавляют туда информацию в режиме реального времени. Поэтому это соединение Фейсбука и навигатора, да, по сути дела, вот израильское изобретение, которое вам показывает, куда вы не просто как ехать, а как ехать лучше. Потому что коллеги, которые любят пообщаться, а если одновременно в сети сидит 2 миллиона, то вы получаете в режиме реального времени, так сказать, информацию, где находятся не только пробки или аварии, но и где находится полиция, камеры, слежение и так далее. Там изменения, погодные изменения, да, где ехать побыстрее, а где ехать помедленнее. То есть экономит примерно 40% времени по опыту. Так вот, 30-40. Вот. Ну вот, пятеро ребят собрались, придумали, набрали еще 30 человек, довели до ума и продали американцам за миллиард долларов. И вот эта вот концепция того, что ты видишь Израиль как государство, мы это все это обсуждали довольно много на израилеведческой секции пару дней назад, по поводу выступления Димы Марьясиса, который нам говорил о том, что вот израильские инновации, две экономики как бы в Израиле, да, с одной стороны доиндустриальная экономика на уровне лоу-тека, да, примитивное строительство с лопатами и ведрами, ну, Дима
Дима просто давно не был в Израиле. Это уже мало где осталось, только на уровне индивидуального строительства. А вот крупное уже, конечно, не лопаты и не ведра. Но действительно, да, какая-нибудь текстильная промышленность, там, металлообработка, все это понятно, может не достигать каких-то там наиболее продвинутых мировых стандартов. И одновременно с этим как бы другая экономика, хай-тека, биотека, какие-то вещи, которые, как бы это выразиться, которые действительно ставят страну впереди планеты всей. Вот в этом как раз, наверное, в интеграции в глобальный рынок, в глобальную экономику и, соответственно, в глобальную систему отношений, потому что это одно из другого не бывает, как мы с вами понимаем, наверное, заключается вот эта вот историческая миссия страны, которую при большом желании вы можете назвать религиозной. Да? То есть вы можете сказать, что стремление сделать человечество более открытым, более эффективным, более контактным, да, более спокойным, более коммуникабельным, да, и, потому что все это делает процесс распространения информации, обмен информацией, ее реализации для повышения уровня и качества жизни в разных странах, делается все это совершенно неизбежным. Может быть, в этом, если вы хотите, с точки зрения там, нерелигиозного человека, заключается национальная миссия, а с точки зрения религиозного, ну, если хотите, теологическая миссия. Да? То есть в данном случае эти две вещи они могут быть вполне применены без того, чтобы постоянно видеть себя, скажем так, страной-шахидом, которая должна идти впереди, реализовывая некое такое вот, то, что называется, divine mission, да, то есть сказать, божественную миссию, да, божественно определенную миссию. Это как бы внешняя оболочка того, о чем мы хотим с вами поговорить. Но внутри процесса, внутри страны, тоже происходят непростые вещи, которые связаны с абсолютно оперативными бытовыми вещами, бытовыми сюжетами, а именно взаимоотношением религиозной части населения с нерелигиозным, то вот о чем Оксана собирается писать или уже пишет, взаимоотношения между религиозными институтами и государственными структурами, и их статусом, отношение обществу к тем или иным структурам, институтам и так далее и тому подобное. Вот. После этого немножко затянувшегося введения я бы хотел, действительно, может быть, в самых общих чертах сообщить то, что некоторым, наверное, известно из присутствующих, какое действительно место занимает религия в жизни израильского государства и общества. Ну, начнем с того, что Израиль, с одной стороны, является либерально-демократическим государством. Я полагаю, присутствующим это известно. Присутствующие здесь аспиранты и преподаватели политических наук и социальных наук могут нам с легкостью объяснить, что такое либеральная демократия, я полагаю, да? Кто-нибудь возьмется? Нет? В любом случае, больше с тем же оперативным аппаратом. Потому... Чуть громче. Что? Да, чуть громче. Да, я говорю, если присутствующие пользуются тем же оперативным аппаратом, потому что я, например, называю это скорее буржуазной демократией. Окей. Да, но нам с вами тогда придется долго сейчас выяснять, что такое буржуазия, да, в современном мире. Поэтому я предлагаю все-таки этим аппаратом не пользоваться. Да. Я представитель буржуазии или нет, как вы считаете? У вас есть средства производства? Что? У вас есть средства производства? Да, мозги. Вы я надеюсь. Служащий государству или компании, или вы работаете? Я работаю на государство, я сотрудник министерства. Значит, нет. Вот, и все. И только. Значит, классовая квалификация, она зависит от отношений к республике. Серьезно? А то, что я нахожусь в, например, комиссии по финансированию инноваций в сфере интеграции репатриантов в израильском обществе, я распределяю бюджеты, которые связаны с непосредственно, а также анализирую итоги, принимаю решения, то есть фактически выступаю в качестве человека, который непосредственно внедрен в производственный процесс. И за это получаю определенные дивиденды в виде своей зарплаты, которые государство считает нужным мне платить. Больше, чем оно мне платило, когда я был просто преподавателем университета. Это меня не делает представителем буржуазии в классическом смысле этого слова. Представителем буржуазии нет. Это не влияет на сознание, и, ну, сильно влияет на сознание. И это делает...
А, то есть, ну, верхняя часть. Да, то есть я рабочий аристократ, так сказать, но в данном случае пролетарий, да? Пролетарий умственного труда с точки зрения классической схемы, да, зарабатывающий чуть побольше иных капиталистов, правда? Ну да, ну нет, ну, это категория не категория социально-экономическая, то есть понятно, что рабочий где-нибудь сотрудник нефтегаза, который зарабатывает $1000, он пролетарий, а бабушка, которая продает морковь. Вот она капиталистка. Она ну, вот видите, какие проблемы с вашими определениями. Окей, боюсь, что в современном постмодернистском мире мы марксистскими категориями мало что сможем объяснить. Окей, без вопросов. Как бы так сказать, плюрализм мнений на 100%. Так вот, я все-таки думаю, знаете, дамы и господа, что если мы, все-таки предложив вам немножко другое определение, да, либеральная демократия, да, либеральная демократия, она, наверное, буржуазна в том смысле, что она исходит из того, что ее субъектом является личность, а не коллектив. Да. Мы исходим из того, что в отличие от якобинской или централизованной демократии, да, демократии большинства, где субъектом власти является коллектив. Большинство определяет, да, мнение меньшинства мало кому интересно. Да. Либеральная демократия исходит из того, что субъектом власти является личность, человек. Да. Все делается для человека и ради человека. Как говорил, герой известного советского анекдота, я даже этого человека видел. Да. Так вот, окей, с той лишь разницей, что в либеральной демократической стране таких людей много. Желательно, чтобы это были все. Да? И, так сказать, именно они, вот такое вот сообщество субъектов власти, да, индивидов, они определяют весь тот процесс принятия решений по любому поводу, по политическим вопросам, внутри, внешнеполитическим, экономическим, культурным и так далее, которые имеют место в данной стране. Израиль, конечно, прошел довольно долгий путь от демократии полуавторитарной, якобинской, как мы говорим, то, что называется этатистской, да, этатистская демократия, что? Что? Что первые 30 лет существования государства Израиль, оно было в плане участия и влияния общества и большинства на ход экономики, социально-экономической вообще жизни, оно было больше демократии, чем после этого. Мне трудно с вами согласиться по той простой причине, что первые 30 лет влияния общества на процесс принятия решений, наш коллега полагает, был больше, чем сегодня. Мне очень сложно с этим согласиться, по той простой причине, что, во-первых, модель была полуконкурентной, у власти была партия Мапай, которая, несмотря на то, что никогда не имела абсолютного большинства в Кнессете, тем не менее, всем управляла и всем владела. Структуры государства были созданы из подразделение этой самой партии, да, она управляла всем, вот экономики через профсоюзы, да, через Хеврат Увдим. Ну, профсоюзы управляли через партию. Ой, нет, боюсь, что вы сильно заблуждаетесь, да. Профсоюзы в данном случае, знаете, как это бывает, процесс приватизации управленческих функций происходит чрезвычайно быстро. Присутствующие здесь преподаватели политических наук знают о железном законе олигархии. Да? Так вот, в тот момент, когда коллектив и извлекает из себя управленцев и передает им функции для того, чтобы сосредоточиться на процессе производства, да, вот эта вот передача управленцев суверенитета в конце концов превращается в их частную собственность. И монополизация управленческих функций, она превращает их в собственников, так сказать, процесса. Поэтому режим в лучшем случае становится авторитарным, да, а в худшем тоталитарным. Но в нашем случае этого, слава богу, не было. Этатистская система представляла собой сильный центр власти, который находился в центре политического спектра, но какая-то доля этой власти через всякого рода приводы, профсоюзы, кибуцное движение, мошавное движение, рабочие советы, муниципалитеты, общественные объединения, сравнительно свободную прессу, какая-то часть, так сказать, политического влияния было, конечно, его общество. Я думаю, что сегодня израильское общество радикально свободнее, влияние его радикально больше, с той лишь разницей, разумеется, что средства манипулирования с
стали тоньше и эффективнее. Да? То есть, если раньше это был вопрос, так сказать, просто отдачи приказа, скажем так, решение того, что в Советском Союзе называлось Политбюро, а в Израиле это называлось Сарейну, да, это наши министры. То есть, когда у правящей партии министры от нее, входящие в кабинет, они собирались и решали. Дальше все это передавалось по цепочке, но при этом все это обсуждалось, все это дискутировалось, были статьи в газетах, были демонстрации и так далее и тому подобное. И государство, правительство вынуждено было адаптировать свою линию, да, к тем сигналам, которые происходили с мест. То есть в этом смысле слова демократия была, но она была, конечно, демократия централизованная. Не говоря уже о том, что долгое время, вот только, не знаю, может быть, вы удивитесь, но на западную модель экономической структуры Израиль перешел только где-то к началу 2000-х годов. Да? До примерно там, 2001-2002 года, то есть того большого кризиса Хайдека и кризиса начала 2000-х годов, который совпал с интифадой, большая часть валового национального продукта Израиля перераспределялась через бюджет. То есть, Что? В Норвегии, в Исландии, она идет большую часть там сколько? Верхняя подоходная ставка 70%, по-моему. Это, да, но... И, соответственно, это распределяется. Сейчас в меньшей степени несколько. Это существенно меньше. Кроме того, бюджет формируется не только из подоходного налога. Да? Бюджет формируется из различных доходов, которые находятся в распоряжении государства. Кроме того, в Норвегии и так далее, да, вот нефтегазопроизводящих странах, существенная доходная часть бюджета не обязательно соответствует расходной. Да? То есть все это идет в фонд, то, что называется существенная часть. Фонд будущих поколений. Критерий такой, критерий Евросоюза такой. Страна соответствует критериям, кстати, апропо о европейском выборе. Страна соответствует критериям вступления в Евросоюз, если не более 20% ее ВВП перераспределяется через бюджет. Мне кажется, что... Вот, в нашем случае... Вообще... Что? Ну, мне кажется, что несложно понять в интересах, кого это правило было. Понимаете, в данном случае это уже совершенно не важно, да? Но в Скандинавии, по крайней мере, там достаточно централистская модель. Okay. Если, ну, в вашей терминологии, я как раз по-другому считаю, что как раз власть муниципалитетов, как так далее, да, а не власть, в которой... Окей, я понял, что... Власть муниципалитетов. Я понял, что вы сказали. Я думаю, что мы сейчас, мы с вами говорим... обсуждаем сюжет в трех разных малопересекающихся плоскостях, да, тремя разными понятийными моделями. Я непременно вернусь к этому вопросу, но сейчас, чтобы мы с вами не запутались, да, давайте останемся в рамках некой такой вот предложенной мной парадигмы. Я с удовольствием потом готов обсудить ту модель, которую предлагаете вы. Так вот, я полагаю так, что с точки зрения тех критериев, о которых мы говорим, который я предлагаю, Израиль прошел путь от существенно централизованного, страны с существенно централизованным механизмом принятия решений и распределения общественных ресурсов с ограниченным схемой ограниченного влияния общества, гражданского общества, да, на власть, к либерально-демократической модели, субъектом которой является личность, а не коллективы, да. На практике эти коллективы могут быть какими угодно, совершенно не обязательно, как это происходит у наших арабских соседей, допустим, с тоталитарной зависимостью личности от хамул, этих больших патриархальных семей, религиозных сект, племен и так далее и тому подобное. Это может быть зависимостью от коллективов предприятий, рабочих комитетов, от кибуцев, от соседских общин по месту жительства, которые, как вы знаете, во времена британского мандата, учреждения еврейского ишува, скажем так, политические партии через принадлежащие им экономические структуры застраивали целые рабочие кварталы, городские кварталы для своих членов, да? То есть там Гиватаем, да? Это город, который принадлежал партии труда целиком. То есть, что? Да, он, как бы так сказать, человек вступал в партию, ему давали квартиру. Типа того, ну, я утрирую, но тем не менее. Вот, поэтому там мальчики из Гиватаема никогда не знакомились с девочками из Рамат-Гана, потому что это был город ревизионистов.
можно было получить в дыню. Значит, это было бы не хулиганство, а классовая борьба, ваше понятие. Так вот, стало быть, в условиях, так сказать, ужасной демократии. Короче говоря, так вот, стало быть, я сам кибуцник бывший, я прекрасно понимаю, как происходит процесс отчуждения личности, скажем так, отчуждения суверенитета личности, да, очень легко. Я жил в религиозном кибуце, наверное, кому-то из присутствующих об этом когда-то рассказывал, причем не таком, как обычному, а по аллее Гудат Исраэль. Это трудящиеся ультраортодоксы. Старшее поколение ходило в черных кипах. Все соблюдали жестко мицвот, еврейскую традицию, но при этом обрабатывали землю, работали на предприятиях, которое принадлежало кибуцу. То есть в Израиле есть и это. Это было некое такое рабочее поселенческое крыло партии по аллее Гудат Исраэль. То есть ультраортодоксальные партии его рабочего поселенческого крыла. То есть в Израиле есть и такое. Так сказать, мой хаврута, то есть джентльмен, с которым мы учили Тору, который, закончив Лондонский университет семитологию, приехал в Израиль, с тех пор, к тому моменту, уже 30 лет, был кибуцником и работал на тракторе, да, обрабатывал землю, то есть по специальности. Мы с ним вечерами сидели, учили Тор, да, он меня, так сказать, воспитывал, наставлял на путь истинный. Я при этом преподавал в Тель-Авивском университете. Мою зарплату тоже получал кибуц. Рамбам, кстати, так и говорил, что так надо делать. Что? Рамбам и говорил, что так надо делать. Ровно так и надо делать, да. Стало быть, когда он был помоложе, он в обеденный перерыв, слезая с трактора, он в кибуцной школе преподавал Талмуд. Значит, он наскоро что-то такое вот ел, потом бежал в школу, да, и директор, заводя его в класс, говорил, он, видно, такой облепленный, да, грязью, только с поля пришел, директор говорил, дети, это не грязь, это святая земля. В этой ситуации личность вполне тотально принадлежит коллективу, да, то есть все могли, так сказать, мне спокойно рассказать, как я должен себя вести. К этому примешивается еще и израильская беспардонность, такая вот характерная для светского населения, о том, что ты там можешь. Нет такого понятия, не твое дело. Сегодня это уже не совсем так, да, но в прежние времена в Израиле это было вот принято. Такое понятие, как Майх Патлиха, Масумерет Майх Патли, что значит твое дело, что значит не мое дело, а чье? В кибуцной среде и в светской религиозной это было там чрезвычайно, чрезвычайно развито. Ну, четвертый сон Веры Павловны, вы понимаете, в чистом виде. Чернышевского никто уже не читал из этого поколения, я понимаю. А, читал, да. Перегиб. Состоялся. В России перегиб, а в Израиле имело место, да. Сионисты-социалисты, в отличие от русских социалистов, да, которые воспринимали это в качестве фигуры речи, сионисты-социалисты все это воспринимали буквально. Идея Чернышевского, идея Толстого, все это состоялось в Израиле, от и до. Как вы хорошо знаете, израильские партии были долгое время заповедником российских партий начала 20 века. Да? Они, собственно, и созданы были в Восточной Европе. Поэтому я был совершенно уверен в том, что я живу в четвертом сне Веры Павловны полтора года. Да? Наиболее яркое впечатление было от кибуцного собрания по вопросу о том, разрешить ли индивидуальное владение телевизорами. Не потому, что у кибуцников денег не было, а потому, что если каждый будет в своем углу смотреть телевизор, новости, что же будет с нашим коллективизмом, а? Обсуждать это надо будет. Надо, конечно. Хотя я бы проголосовал за индивидуальное владение телевизором. Я проголосовал за, как и большинство. Проголосовали за. Но молодежь кибуцная выступила против ретроградов, старых консерваторов, и сказали, что мы предаем дело коллективизма, сионистского социализма и еврейскую традицию, все вместе, да, так сказать, в светских кибуцах это социализм и сионизм, а у нас еще еврейская традиция, да, мы идем против Торы и ее заповедей, и поэтому молодежь собиралась по вечерам в клубе,
в Муадуне и вместе смотрели телевизор и видео. Правда, когда наш кибуцный Раф увидел, что они там смотрят, он это дело запретил. Так вот, стало быть, в... это уже отдельная тема. Это была галактическая дискуссия. Это была галактическая дискуссия, да. Это, так сказать, предмет для просмотра неокрепших юношеских душ, да. Половина из которых, кстати, офицеры боевых частей. Или нет. Но, ладно, это отдельная тема, как говорится, дамы и господа. Есть много друг Гурацио, чего и не снилось в европейских Палестинах. Одним из источников которых и является израильская политическая традиция. Так вот, я просто говорю к тому, что в Израиле в какой-то момент была реализована идея либеральной демократии. Идея либеральной демократии не приемлет никакого внешнего диктата, как вы знаете, да? Никакой системы, никакой идеологической системы и никакого института. То есть радикальный вариант либеральной демократии государство не имеет права ни на что. То есть государство ни во что не вмешивается, кроме тех сфер, в которые общество готово уступить по своим каким-то там соображениям. Ну, знаете, я, по-моему, как-то рассказывал вам. Несколько лет назад в Тель-Авивском университете вышла книга, сборник статей о либеральной демократии. Вот, как бы так сказать, в принципе, эта толстая 700-страничная книга сводится к двум пунктам. Да? Пункт первый. Государство не имеет права ни на что. Пункт второй. Если оно имеет на что-то право, то смотри пункт первый. Но это как бы радикальный вариант. Да? Сама по себе идея демократии либеральная, она исходит из того, что да, всегда будут некие общественные группы, которые не могут выжить самостоятельно, поэтому государство должно поддерживать там, больных, инвалидов, социально необеспеченных, неблагополучных, делать что-то такое. Есть какие-то сферы, которые общество готово им уступить. Общественную безопасность, оборону, внешние связи, планирование, какие-то вот такие сюжеты, но при этом должно постоянно следить за тем, чтобы, не дай бог, бюрократические институты, те или иные, не перешли вот некую установленную красную черту. А бюрократия одинакова везде. И в Израиле, и в Америке, и в России, и в Украине, и в Беларуси, и в Китае, да, и бюрократия работает, развивается одинаково везде. То есть она желает получить себе больше суверенитета и больше полномочий. Поэтому отличие режимов авторитарных, тоталитарных, демократических заключается в возможности поставить границы, если вы понимаете, что я имею в виду. Да? Вот. Поэтому существует там свободная пресса, регулярные перевыборы, независимая судебная система, вот все, что хотите. Все, что общество придумывает для того, чтобы государственные институты не вмешивались в жизнь гражданина больше, чем гражданин этого хочет. Или больше, чем гражданину это нужно. Да? Вот. Правда, каждый гражданин думает по-разному. Вот. Поэтому есть некое такое, то, что называется на иврите, датшик бенадама савир, то есть мнение рационального человека. Некое средневзвешенное, среднестатистическое, да, представление общества о том, какие полномочия должны быть у государства. И вот это вот средневзвешенное представление общество передает государству благодаря регулярно проводимым выборам органов власти. Да. Вот общество сегодня хочет, чтобы это было так, а завтра... Вот сегодня оно хочет, чтобы государство не вмешивалось ни во что, а завтра кризис, и общество хочет, чтобы государство взяло больше полномочий и ответственности и попробовало решить проблему. А вот сегодня нам нужен сильный лидер, а завтра нам сильный лидер не нужен. Да. Скажем, там дискуссия, которая шла после выборов у нас в январе 2013 года, да, когда выяснилось, что на выборы опять не пришло там 35% населения. Да, и стали говорить о том, не ввести ли нам греческую систему. Потрясающе удачный, так сказать, пример, образец для подражания, ну ладно. Не ввести ли нам греческую систему, где за неявку на выборы штрафуют. Мы как-то, так сказать, обсуждали, у меня там есть радиопрограмма на Первом радио, там у меня по вторникам есть передача. А, что? В российском дистанционном сообществе тоже есть, кстати, дискуссия на эту тему. На эту тему, да. Вот, и как бы интерактивное общение с радиослушателями, так вот кто-то позвонил и сказал, Заев, ну почему вот, есть в ряде стран, так сказать, раз государство дает нам выходной день, а мы не идем на выборы, значит мы вот... Нарушаем закон, да, так сказать, или нарушаем, по крайней мере, наши моральные обязательства. Давайте превратим это в закон. Либо ты ходишь на выборы, либо ты не ходишь, но платишь государству компенсацию за то, что ты за тот неотработанный тобой день. Да? Мой ответ нет, потому что государству это очень понравится. Да? И сначала нас начнут штрафовать.
потом нас на выборы начнут вводить под конвоем, а потом нас начнут вводить под конвоем во все другие места, да, вот, и не за то боролись. Поэтому лучше не создавать прецедент, не давать повода, да, не давать государству повода решить, что есть еще какая-то сфера, где она может ущемить, где она может ущемить нашу свободу. Так вот, в религиозные учреждения, они относятся примерно вот к той же самой сфере, да, религиозные структуры любой религии. Они построены на том, что они создают некоторую норму, да, и они, они, задают не, они задают некоторую норму, мы должны 12 закончить, по-моему, да, вот, которой ты должен подчиняться. В хорошем случае, да, скажем так, в либеральном случае добровольно, а в менее либеральном случае вполне недобровольно, да, под принуждением. Скажем, когда нам говорят о том, что Израиль, благодаря тому, что там религия не вполне отделена от государства, прямо всеми парами идет в сторону Ирана, так нет. Да? В Иране, или там в Саудовской Аравии, существуют жестко закрепленные религиозные нормы на уровне закона. Да? И ты хочешь не хочешь, должен там этим делам подчиняться. В Израиле ты формально не должен ничему подчиняться. Те религиозные учреждения, которые являются частью государственного аппарата, они, при том, что их сотрудники получают зарплату из бюджета, в общем, строго говоря, никого ни к чему не обязывают, за исключением трех пунктов. Да? Что? За исключением тех случаев, когда этим учреждениям, помимо их религиозных функций, а вот эти религиозные функции никого ни к чему не обязывают. Вот не хочешь, не признавай авторитет главного раввината, да? Что очень многие ультраортодоксы, кстати сказать, и делают. Да? Так вот, за исключением тех функций, которые религиозным учреждениям, не только еврейским, но и мусульманским, и христианским, и буддистским, и каким угодно, да, переданы государством в сфере гражданского состояния. То есть есть некие институции, некие сферы, которые выполняют религиозными общинами как гражданскими, а не религиозными структурами. Да? Это браки, это разводы, это не про нас будет сказано, похороны, а также некоторые другие сферы. Там, например, определение принадлежности к той или иной конфессии, что в Израиле в нашей ситуации означает также и право на получение гражданства, например. Да? Или определение гражданского состояния. То есть, грубо говоря, если вот такая-то или такая-то община религиозная, да, решила, что человек еврей, то государство этот факт признает и дает ему гражданство, если он захочет репатриироваться, например. Да. Ну вот, кто был на израилеведческой секции, Хаим Бен Яков рассказывал потрясающую историю, которая для меня тоже выглядит как парадокс, честно говоря. Да. Вот, например, община прогрессивного иудаизма Москвы, реформистская община, да, она может любому человеку сделать гиюр, да, то есть определить, то есть провести его через процесс перехода в иудаизм. Если человек там является частью общины, там, посещает ее заседания там, и всякое такое. Да, вот, и глава этой вот реформистской общины Москвы является вполне авторитетным человеком для ассоциации реформистских общин Израиля. Скажем, гиюры, которые он подписывает, этот переход в иудаизм, а в этой интеллигентной аудитории мне не нужно специально говорить, что с точки зрения еврейской традиции переход в иудаизм в религиозном смысле означает также присоединение к еврейскому народу в этническом смысле. Да? Ты не можешь принять иудаизм и остаться китайцем. Да? Ты становишься евреем. И в этническом смысле, в этом национальном смысле тоже. Так вот, стало быть, тут есть сложная теологическая дискуссия, да, концепция Рамбана, если я не ошибаюсь, да, который нам объяснял, как в момент прохождения гиюра виртуальная сущность человека оказывается среди тех сущностей, которые получали Тору у Синайской горы. Ну, там много интереснейших моментов, не об этом сейчас речь. Так вот, скажем так, с точки зрения объединения общин прогрессивного иудаизма Израиля, главный реформистский раввин Москвы является вполне авторитетной фигурой, и подписанный им труда Тамара, то есть документ о переходе в иудаизм, является основанием для того, чтобы Министерство внутренних дел Израиля, чтобы консульство Израиля выдало ему въездную визу, а Министерство внутренних дел Израиля дало ему паспорт и записало его евреем. При этом, скажем... ни одна община его считать евреем не будет. Окей, да. Ни одна ортодоксальная община его считать евреем не будет. Да? Но при этом он будет вполне гражданином Израиля и так далее. Другое дело,
Дальше он пойдет, допустим, жениться. Не дай бог, да? Вот. Или не совсем так. Мазальтов пойдет жениться, да, в добрый час. Или, не дай бог, разводиться. Да? А пойдет-то он разводиться не куда-нибудь, а в ультраортодоксальный равинар, в Вералинский суд, да? Потому что другого нет. Да. И ему там скажут, вы догадываетесь, что? Ему там скажут, во-первых, мы тебе помочь не можем, ты не еврей, а во-вторых, как ты вообще тут оказался? Как ты оказался, мы знаем. Да? И у нас по этому поводу есть вопросы к государству Израиля. Вот. Ну, извини, так сказать, вот. Тут есть как раз... Таким другим способом развестись тоже не может, потому что он еврей. Потому что... То есть, не еврею жениться в Израиле легче, чем развестись. Для еврея есть, так сказать, вполне религиозный процесс развода, да, а для нееврея... Ну, женился на Кипре, где ты будешь разводиться, да? На Кипре. Короче говоря, вот, отсюда два вывода, да? Нужно жениться сначала, перейдя в иудаизм по религиозным, по ортодоксальному обряду, или вообще не жениться. Тоже некоторые будут. Немножко постмодернистки, но тоже, так сказать, вполне допустимо. Короче говоря, я шучу, конечно, да. Это вещь важная, актуальная, да, и так далее, и тому подобное. Особенно для Израиля, где актуальной проблемой является поддержание устойчивого еврейского демографического большинства. Поэтому жениться надо, и не только жениться. Короче говоря, так вот, если вы не вполне и не всегда понимаете, где я шучу, где я серьезно, то уточняйте. Да, прошу вас. Вопрос стоит в теологическом, ну, в смысле таком, когда Иран, то есть угодно теологическом, не теологическом, ну, понятно, что там все распределены по конфессии, например, атеистом, предположим, да, наверное, человек атеист, вот что ему делать в плане, если он гражданин Израиля, то, может быть, он логический еврей, а, нет, логический еврей может быть вообще, ну, может быть, он просто гражданин Израиля. Этот вопрос решился просто, да, во времена Бен-Гуриона. Этот вопрос стоял, так сказать, как вы понимаете, да, не впервые был поднят на зимней школе 2014 года, да, он, так сказать, был изначально в контексте взаимоотношений, выстраивания отношений между государством и религиозными общинами, и вопрос решился так, человек не может не принадлежать ни к какой конфессии. Что, так сказать, государство не вмешивается с точки зрения гражданского, в гражданском аспекте, да, в гражданском контексте. Государство не вмешивается в взаимоотношения гражданина со Всевышним. Он может верить в него, не верить, это индивидуальное дело. Да? Вот. Его принадлежность к той или иной конфессии является гражданским актом, а не актом религиозной веры. Окей? Поэтому человек, являющийся атеистом, рожденный евреем, в паспорте было сегодня уже не записано, как вы знаете, да, но, так сказать, до отмены этой строчки в Теудат Зеут, в израильском удостоверении личности, было написано в сфере, в пункте, в котором написано «леом», то есть национальность, но в Израиле на самом деле это означает этноконфессиональная принадлежность, да, вот, было записано «евудей», что на иврите означает и иудей, и еврей. Вот как хочешь, так сказать, давало широкий простор для толкования, да, человек там неверующий, или атеист, так сказать, антирелигиозный, да, он мог говорить, что с моей точки зрения иудей это просто моя национальная еврейская принадлежность, да, человек ультрарелигиозный говорил, что мог сказать, там, евреи это не национальность, это религия, да, но это, как вы понимаете, еврейский язык, иврит дает, так сказать, широкий простор, если исходить из того, что язык это еще и культура, да, то вот это вот культурное поле, которое создает символические аспекты слов еврейских, да, оно чрезвычайно широко, может быть, шире, чем во многих других современных языках. Поэтому эта проблема решалась просто. Что? А вот когда смешанный брак, тут и чувак попал. Как вы прекрасно понимаете, это все, что было, все, что я сейчас говорю, оно имеет прямое отношение и к другим конфессиям. Да? То есть точно так же мусульмане идут к каде, чтобы жениться, разводиться, там, определять свой статус и так далее и тому подобное. Да? Самаритяне идут к своему первосвященнику, хотя они считаются евреями, то есть частью широкого еврейского коллектива, и получили израильское гражданство в соответствии с широким толкованием закона о возвращении.
То есть это не те, которые вернулись из диаспоры в Израиль, а те, которые никуда не уезжали, да, но вернулись к своему народу. Кто такие самаритяне, я полагаю, в этой интеллигентной аудитории мне объяснять не надо. И точно так же, как крымчаки, караимы там, и прочее, прочее. Да? Вот, те, которые там, я не знаю, там, члены армяно-григорианской церкви, там, православной, какой хотите, они идут униатской, то есть в Израиле есть порядка там, 30 различных конфессий, их официально признанные, зарегистрированные органы в Министерстве по делам религии, да, они, так сказать, и финансово поддерживают и так далее, и с точки зрения МВД они имеют такой же статус, то есть право оказывать населению гражданские услуги. Все, что связано там, с браками, с разводами и так далее. Но когда говорят о взаимоотношении государства и религиозных учреждений в Израиле, то основные примеры у нас понятно, так сказать, находятся на поле взаимоотношений иудейских общин с государством, потому что евреи образуют так сказать, стойкое большинство израильского населения, порядка 76%, да, на сегодняшний день. Там, а если включить 4%, те, которые то, что называется лорашум, то есть прибыли в страну в рамках закона о возвращении, но евреями не записаны по галахе, да, то, соответственно, и все 80%. Короче говоря, когда люди принадлежат к одной и той же конфессии, то тут как бы проблем нет. Вот, они либо идут в свои религиозные учреждения, либо, так сказать, если они не желают с ними иметь дело, ибо мы, слава Богу, все-таки не Иран, да, то они реализуют свое право на заключение брака или решают свои гражданские проблемы одним из четырех других доступных им способов. Вы можете вступить в брак, пойдя, если два еврея, да, точнее, еврей и еврейка, двумя евреями пока не получается. Каюсь, признаюсь, мы не вполне либеральная страна в этом смысле. Так же, как и с двумя еврейками. Но когда речь идет о евреи и еврейке, как говорит мой друг Вэлл Чернин, у нас с ним часто идет дискуссия, что будет, если вот твой сын привел потенциальную невестку, которая не еврейка, да? Он говорит, ты знаешь мою точку зрения, но вообще-то уже тот факт, что он привел не потенциальную невестку, а не зятя, твой сын, да, это уже большое счастье, все остальное бонус. Стало быть, и с ним очень сложно не согласиться. Короче говоря, не сочтите меня там сексистом, шовинистом или кем-то там еще, боже упаси. Нет, пусть люди делают, что они хотят. Буквально все, что они хотят, если это не мешает остальным делать то, что они хотят. Короче говоря, если речь идет о евреи, еврейки, мусульмане, не мусульманки, да, христиане, не христианки и так далее, они либо идут в свои религиозные учреждения, либо едут за границу и вступают там в брак на Кипр или, как сейчас модно, в Прагу. То, что называется брак, совмещенный со свадебным путешествием, да? В Болгарию. Это один способ. Второй способ, который сейчас не применяется, так называемый парагвайский брак. Это когда можно вообще никуда не ехать. Парагвай регистрировал браки израильтян без их физического присутствия. То есть это можно было сделать через адвоката. Сейчас, может, через интернет можно. Можно даже Гиюр пройти через интернет. Нет, конечно. То есть это не второй способ. Он на него стали смотреть любая нефа, то, что называется, не очень позитивно, поэтому это практически не применяется. Третий способ из альтернативных – это то, чтобы пойти к адвокату и заключить брачный договор, в котором перечисляются права и обязанности, это будет гражданским браком. Как вариант этого брака вы можете пойти, если у вас есть паспорта других стран, например, оба являются гражданами Украины или России, вы можете зарегистрировать брак в посольстве. Это будет все равно браком на территории другой страны. Да? Что? Не понял. Он будет признан. Он будет, конечно, признан, да. Израиль признает любые браки, заключенные за рубежом, кроме гомосексуальных.
Вот, все остальные браки признаются в качестве законных и дают людям те же права и обязанности, например, там, право получения, оформления ипотечной ссуды и так далее и тому подобное. Да? А также и все обязанности. То есть, если ты привез с Кипра, там, например, там, документ о браке из муниципалитета Никосии или там, заключил договор у адвоката, то все, ты являешься человеком женатым, и разговоры из серии «здесь играем, здесь не играем» и проходят. Все, все то же самое, как под хупой в присутствии раввина, и все положено. Да? Ну и, наконец, последний вариант из альтернативных, это то, что называется «зубья дуа бецидур». Это пара, которая известна в обществе как семья. То есть, грубо говоря, это когда люди живут вместе и ведут совместное хозяйство. И это их уже, с точки зрения израильского закона, обязывает во многом. Что? Не понял. С точки зрения Талмуда тоже. И с точки зрения еврейской традиции тоже. То есть в данном случае государство идет на поводу, чтобы не сказать так, государство идет вслед за еврейской традицией, которая, это тоже факт, который следует отметить, является частью израильского законодательства. Да? Она включает в себя еврейское традиционное право, британское право, турецкое право и современное израильское право. Да? То есть те прецеденты, которые создают законы, которые принимает Кнессет, прецеденты, которые в соответствии с британской системой израильские суды выносят, они становятся прецедентными решениями для приговоров по аналогичным поводам, да, по аналогичным кейсам и так далее и тому подобное. Вот стало быть, ситуация таким образом такова, дамы и господа, что общество не так, чтобы не давало людям альтернативных возможностей. Поэтому говорить о том, что с одной стороны мы можем говорить о том, да, что религиозные институты, да, являются частью системы, и они находятся вот в этом вот общественном и государственном пейзаже, с которым имеет дело каждый гражданин на той или иной стадии, на том или ином этапе своей жизни. Да? С другой стороны, мы не можем говорить о том, что это давление, что это влияние тотально. За исключением там, некоторых случаев, когда гражданские функции религиозных институтов являются не столько отражением их религиозной сущности, сколько частью суверенитета, который им было делегировано государством. В большинстве случаев это работает. Да? Если ты не можешь там, жениться там, я знаю, под хупой, или идти в мечеть, или не хочешь. Когда вполне может быть, что два мусульманина или два еврея не желают ничего иметь общего с религиозными учреждениями и едут за границу жениться. Очень распространенное явление. Или, так сказать, живут вместе. И вот они вполне семья. Вот, это создает некий простор деятельности. Теперь последний вопрос, когда происходит, дело идет о представителях двух разных конфессий. Тут мы попали. И, скажем, долгое время у нас с вами, у меня для вас не было ответа, так сказать, удовлетворительного с точки зрения либеральной демократии. Это значит, это в этом случае государство говорило, что у вас нет альтернативы, кроме как ехать за границу. Это не очень либеральный, не очень демократичный ответ, да, который современное государство, демократическое, должно дать своему гражданину. С 2010 года мы можем ходить с гордо поднятой головой, потому что решение найдено. Да? Принят закон о, то, что называется, брит-а-зугиют, который предоставляет, то есть закон о гражданских браках, который предоставляет гражданам страны, принадлежащим к разным религиозным конфессиям, еще раз подчеркну, что принадлежность к религиозным конфессиям есть гражданское состояние, а не вера человека в то, в это или так далее, да? Вот. Просто вот так государство своих граждан категоризирует. Да? И это, в общем, даже не столько наше решение, сколько наследие британского мандата. Англичане не желали, так сказать, соглашаться с тем, что в подмандатной Палестине живут евреи, друзы, бедуины, арабы, армяне и так далее. С их точки зрения, в подмандатной Палестине жили иудеи, христиане и мусульмане. Да? Поэтому это в некотором смысле, в том числе и наследие британского мандата. Да. Так вот, в том случае сегодня, когда люди принадлежат к двум разным категориям, этноконфессиональным категориям населения, вот, они могут заключить гражданский брак. Они могут пойти в муниципалитет, да, расписаться, как в любой цивилизованной
европейской стране, да, и, соответственно, быть браком, быть признанной, так сказать, семьей по браку. В обществе такое решение считается половинчатым и частичным. Либеральные организации правозащитные, они требуют, чтобы подобная практика была распространена на всех граждан страны, вне зависимости от того, каким этноконфессиональным группам они принадлежат. Но религиозный истеблишмент и религиозные партии, выражая волю, настроение и интересы религиозных групп населения, которые с точки зрения либеральной демократии имеют такой же точно say, то есть такое же точно право сказать, как бы они хотели, чтобы страна, в которой они живут и гражданами, которая является, выглядела. Кто-то называет это в нашей стране религиозным диктатом, да? Вот, а они говорят, что у нас наоборот есть светский диктат, и мы хотим, чтобы эта страна имела хоть какое-то, так сказать, как мимат, измерение, да, еврейское измерение. А им говорят о том, что еврейское измерение не обязательно религиозно. Дальше по всем пунктам, да? Вот, Москва, петушки, остановка по всем пунктам. Так вот, как бы там ни было, на это государство пока не пошло. То есть парламент, Кнессет не смог провести закон о распространении гражданских браков на все категории населения. Пока что мы застряли на станции, да, где гражданские браки распространяются только на межконфессиональные браки, то, что называется interface marriage. Да? И, ну, понятно, что это вопрос времени. Да.